поехали. Да, у нас Петр для красоты. Для того, чтобы разбавить. Да, нас уже. Чтобы был человек, который будет бесить. Да. Потом я, наверное, уже... А, хорошо, давай спать. Я обратно забавить. Чё, пошло? Да, пишем. Ни ведьма, ни колдунья ко мне явилась в дом. Не вор упал на лунья оленьим ясным днем. Обычно на рассвете я прихожу во сне. Но все не так на этот раз, она сказала мне. Усталость, ненависть и боль, безумие, темный страх. Ты держишь целый ад зимой, как небо на плечах. Любой из вас безумен в любви и на войне. Но жизнь не слуг, чтоб обрывать, она сказала мне. Там высоко нет никого. Пока ты жив, не умирай, на этот мир взгляни. У многих здесь душа мертва, они мертвы внутри. Но ходят и смеются, не зная, что их нет. Не роби свой смертный час, она сказала мне. Там высоко нет никого. Жизни можно, а смерти никогда. Сама жизнь крылья сложит, и я вернусь сюда. Ни ведьма, ни колдунья явилась дом ко мне, а летним днем испить воды зашла случайно смех. Там высоко нет никого. Сфоткаемся с рядом. Да, и...